Данцы, свобода, танцы, радости, танцы знают сотни тысяч миль. Москва, Европа, Дальний Восток, наш коллектив покорить всех смог. Для покорения международного жюри конкурса «Роза ветров» ангарским танцорам хватило 4 танцев. Номер «Вокзал» давно стал визитной карточкой танцорам. Номер «Вокзал» исполняется уже 5-м составом коллектива. Теперь к взрослым артистам присоединилась и 9-летняя Катя Лазарева. Чтобы достойно сыграть свой персонаж, девочка репетировала по 4 часа в день. Я играю роль ляльки. Это я капризничаю, непослушная. В отличие от «Вокзала», остальные номера созданы совсем недавно. «Зыбучие пески» наполнены философским смыслом. «Дачный сезон» – комедийное представление с огромным количеством реквизита. А «Путь к тебе» – это лирическая композиция. Из Франции, Индии, Белоруссии, Израиля, России покорили не только отточенный па и причудливый танцевальный рисунок, но и актерское мастерство исполнителей. Неудивительно, ведь сценическое движение и даже речь – это неотъемлемая часть тренировок танцора. Прежде всего, это нужно самим исполнителям понимать, о чем они танцуют, чувствовать партнера и взаимодействовать со зрителем. Зрителя не обманешь. И я всегда говорю о том, что не так важно, как, может быть, конечно, важно, как красиво ты ножку поднял, но если ты поднял ее с особым выражением лица, насколько тебе это легко и просто, это, наверное, дорогого стоит. Именно уже исполнительское мастерство, как настоящих актеров. Из столицы танцоры привезли 2 первых места и утвержденный специально для них гран-при. Специальной грамотой с подписью премьер-министра жюри отметила руководителя коллектива Елену Трофимову. Безоговорочная победа, впрочем, не повод почивать на лаврах. Уже 19 ноября на сцене Дворца культуры нефтехимиков танцор представит мюзикл «Великий Гэтсби». Елена Мильвит, Владимир Селиванов. Местное время.